Да, в моей жизни всегда были и клубы, и бары, там мы любили повеселиться, но так, чтобы меня занесло, вот так прям конкретно, да, жажда власти была в какой-то момент, когда тебе ее долго не давали, и когда ушла Ксюша, я оперилась, это я тебе честно призналась, было, но сказать, что мне прям снесло голову на чем-то, я не помню такого.